любители развлечений будут восторгаться балаганом, устроенным у кошки незадачливыми соседями. Пожилой человек прочувствует настроение Василия, находящегося у кошки в услужении. Но никто не уйдет с этого спектакля равнодушным. Республиканский театр кукол завершит театральный сезон постановкой «Кошкин дом» 26 июня в 18 часов. Я хочу прозреть, я не в силах пристать тебе. «Иисус Христос. Суперзвезда» – одна из величайших рок-опер, ставшей легендой мира музыки, на сцене Театра оперы и балета имени Сапаева, пройдет 22 июня в 16 часов. Здесь же 26 июня смотрите оперетту «Летучую мышь», 28-го – балет «Жизель», а 29-го – насладитесь рок-оперой «Юнона и Авось». Главный принцип и основное условие этого фестиваля, чтобы никому не было скучно. Фестиваль капустников и актерской песни «Нескучный лось» – ежегодное ожидаемое событие театрального мира Республики Мариэл. В этом году пройдет 24 июня на сцене Академического русского театра драма имени Константинова. Начало события – 18:30. Здесь все, кто живет активно и двигается в ритме современного города. В Парке Победы за ДК Ленина 22 июня пройдет фестиваль современного уличного спорта по воркауту «Стальные люди 2019». Начало в 13:30. Не пропустите! По многочисленным просьбам участников и зрителей на территории Медведевского ипподрома 29 июня пройдет традиционная собакьяда «Ёшкин пес 2019». В этом году участников ожидается больше. В программе уже заявлен конкурс костюмов, который в прошлом году просто собрал кучу оваций. Будет выступление не только собак, но и, возможно, будут выступать у нас и лошади. В качестве такого сюрприза и бонуса для зрителей будет очень много развлечений и для детей, и для людей, и для собак. Здесь собака не оценивается по красоте, ни по породе, ни по ровности зубов, а только по рабочим качествам. Поэтому принимать участие в этих испытаниях могут собаки практически любых пород. Начало состязаний в 9 утра. Для зрителей вход свободный.